Водители в Магадане оказались бессильны перед мощным снежным циклоном, который бушует в регионе уже несколько дней. Метель, порывистый ветер, гололедица. Застрявший в сугробах транспорт вытаскивает спасатели с помощью тяжелой техники. Люди с трудом передвигаются по улицам. Из-за нулевой видимости закрыта трасса, которая идет от Магадана вдоль побережья Охотского моря. В городе отменены занятия для учеников начальной школы.